вы всегда сможете посмотреть запись этого вебинара по окончанию, если не успеете там, да, или куда-то надо будет отойти, ну, не страшно, на той же страничке, где вы регистрировались на вебинар, там же можно будет уже, наверное, сегодня-завтра скачать запись сегодняшнего вебинара, если не возникнут у нас каких технических неполадок. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, и давайте, наверное, потихонечку переходить уже к теме нашего вебинара, да, интернет-магазин продуктов питания, как создавать, продвигать и развивать. Сразу расскажу по структуре нашего сегодняшнего мероприятия. В первой части я расскажу вам про саму технологическую платформу Bittrex. А во второй части мой коллега Михаил, он расскажет больше уже то, что касаемо вот темы интернет-магазин продуктов питания. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, то пишите их в разделе questions. Ну, будем стараться оперативно реагировать. Если на какие-то вопросы не успеем ответить, всегда можете позвонить нам в Bittrex, телефон есть на сайте, либо написать в Bittrex24 Network или на почту мне, ну, контакты я в конце дам с вами. Ну, давайте начнем, да? Ни для кого сейчас не секрет, что ведение бизнеса в интернете – это одно из таких самых перспективных направлений. Все больше компаний, которые не только открывают какие-то интернет-сервисы, интернет-магазины, как какое-то дополнение к своему бизнесу, но и также очень много компаний, для которых интернет-торговля – это основной бизнес, а все остальное уже как-то побочно. Ну, такие вот циферки были еще докризисные по поводу объема рынка интернет-торговли в России к 2018 году. Ну, здесь, буквально, наверное, за последние пару недель все могло очень сильно повлияться, но, к сожалению, новых цифр пока у меня нет. Но такой вот прогноз тоже достаточно интересный. Я думаю, объем рынка интернет-торговли в России, ну, не меньше этих цифр будет, да, 3,7 триллиона рублей. Достаточно весомая сумма, в которую, конечно, стоит вписаться, грубо говоря. Что вообще такое Bittrex, да? Управление сайтом и Enterprise. Это платформа для всех видов бизнеса. Платформа для создания любого сайта. Там, сайта визитки, какого-то лендинга, интернет-магазина и какого-то там, корпоративного портала, если мы говорим о внешнем портале. Хотя для внутренних корпоративных порталов у нас тоже есть свой продукт, который называется Bittrex24. Ну, чуть-чуть позже коснусь его. На данный момент у нас более 130 тысяч клиентов, более 25 тысяч интернет-магазинов приобрели нашу платформу, обслуживают эту платформу более 11 тысяч партнеров, то есть, ну, мы сами не делаем сайты, у нас разработкой занимаются вот именно партнеры наши. У нас есть Marketplace, это сайт, в котором можно приобрести все различные расширения, дополнения уже готовые сайты, готовые интернет-магазины, тоже чуть-чуть позже, да, во время доклада расскажу про это. Ну вот, более 200 готовых интернет-магазинов в Marketplace есть. На ноябрь месяц мы занимаем, ну, на самом деле, уже больше 60% среди платных CMS. Поэтому давайте, наверное, посмотрим, да, как вообще происходит процесс установки. Здесь у меня есть некоторые скриншотики. Я не буду запускать сам интернет-магазин, устанавливать его, потому что, ну, у меня стоит висит моя версия на таком, на тестовом хостинге, у меня там ничего не отстроено, поэтому это может немножко подзатянуться, поэтому на скриншот посмотрим. Мы сегодня в моем докладе посмотрим с вами готовое решение, которое мы предлагаем. Универсальный интернет-магазин, который можно использовать как для торговли там, продуктами, электроникой, одеждой, как в моем примере, ну, в принципе, чем угодно. На самом деле универсален. Ну, по своей памяти могу сказать, что я, например, первая работа моя была, делала такой интернет-магазин бассейнов, которые самостоятельно можно собирать. Ну, достаточно быстро на универсальном шаблоне этот магазин был собран. Что содержит в себе готовые решения? Ну, в первую очередь, это адаптивный дизайн интернет-магазина, да, то есть в зависимости от того, на каком
устройстве будет просматриваться этот сайт, например, магазин, он будет везде хорошо отображаться. Уже содержит какие-то настроенные сервисы, какой-то типовой контент. Мастер установки настройки магазина есть. Демо-версия мобильного интернет-магазина, если это необходимо для вас, тоже есть. Позже коснемся этого. Мобильное приложение для администрирования бесплатное, можно скачать. Ну и, в принципе, весь функционал управления сайтом. Вот так вот проходит процесс установки. То есть вы заливаете дистрибутив куда-то на хостинг, запускаете. И как установка программы под Windows, да, в принципе, то же самое. Выбираете какой-то шаблон, выбираете цветовую тему, вводите информацию о сайте, настраиваете торговый каталог, там, если будет у вас вести складской учет на сайте, то отмечаете галочку, заполняете информацию о магазине, реквизиты и прочее. Выбираете тип плательщиков, которые будут у вас покупать в вашем интернет-магазине, да, например, там, физические и юридические лица, или, например, только юридические лица. Указываете способы оплаты, которые планируете использовать на своем сайте. Ну, по умолчанию их немножечко предложено, но потом, после установки, в настройки сайта их можно гораздо больше добавить. Я думаю, тоже коснемся этого чуть попозже. И такой вот новый функционал появился, как мастер управления магазином. Отдельный раздел в админке, который, по сути, представляет из себя такую пошаговую инструкцию, такой гайд, как их называют, по настройке вашего интернет-магазина. То есть прямо здесь отмечено, на какие пункты, давайте, наверное, даже на живом примере смогу показать. Зайду в админочку своего демо-сайта. Вот он у меня здесь в разделе «Магазин». «Магазин настройки». Да, вот он, «Мастер магазина». Ну вот я на 5% пока только настроил. Галками отмечено, что я настроил. Ну, мне осталось еще, да, там, тип плательщиков проверить, варианты цен, реквизиты все проверить. И когда я то или иное действие сделаю, мне надо будет просто щелкать, что оно выполнено. Ну, например, те же самые платежные системы. Да, давайте откроем. Здесь мне сразу какая-то подсказочка выскакивает, что надо сделать. Если необходимо, я могу всегда открыть документацию. Ну и если все, что я хотел, я сделал, я могу нажать здесь. Задание выполнено. У меня отметится, как выполнено, соответственно, в магазине, в мастере настройки магазина. Оно будет уже у меня отмечено, и наверняка даже прогресс немножечко увеличится. Да, уже 7%. С моей точки зрения, удобный раздел. То есть даже для людей, которые не знакомы с интернет-торговлей, здесь прям вот все, что необходимо, есть, все, что необходимо, отмечено. Ну, давайте пройдем дальше. И, в принципе, наверное, я думаю, уже стоит посмотреть, что из себя представляет универсальный интернет-магазин. Откроем наш сайт. Да, ну, как я уже и говорил раньше, я показываю интернет-магазин одежды. Ну, естественно, здесь меню, какая-то корзина, профайл, логотип, каталог товаров, контакты, поиск, причем это умный поиск. Если мы начинаем вбивать какое-то слово, например, штаны, так, что-то у меня здесь не работает. На самом деле, может, просто немножечко подтупливает из-за этого. На самом деле, если мы начинаем здесь что-то вбивать, то да, вот такое вот выпадает сразу меню, да. Ну, как в том же самом Яндексе, как в Гугле, наверное, все знают этот функционал. Когда мы что-то начинаем вбивать, у нас какие-то подсказки. Вот то же самое тут. Сразу можем в какой-то товар перейти, либо в раздел. Каталог. Всегда можем посмотреть, да, тут такой подкаталог, какое-то описание сразу выводится. Ну и далее пошло у нас слайдер. Это то место, скажем так, центровое место, наверное, на главной странице, чтобы
человек, который заходит к нам на страницу, сразу мог понять, чем мы торгуем в данном одежде. В данном случае мы торгуем одеждой, да, сразу это видеть, может сразу купить какой-то товар. Сюда можно вводить, ну, в принципе, любой товар, который вам надо, там, самый ходовой или наоборот, самый неходовой. Ну, далее показываем там какие-то лучшие коллекции, транссезон. А здесь также вы можете выбирать, по какому принципу товар сюда будет попадать. В принципе, прямо отсюда клиент может совершить покупку. Тренды сезона, лидеры продаж. Вот такой вот интересный блок персональных рекомендаций. Чуть позже расскажу, что это такое. Выводим уже опять, если это не первое посещение, там, что вы смотрели. Ну и традиционно в подвале информация магазина, блок новостей, кнопки соцсетей, дублируем меню и так далее. Ну, давайте, наверное, перейдем для начала в какой-то раздел. Мы быстренько глянем, да, что к чему. Пускай штаны будут. Как у нас выглядит раздел внутри нашего сайта? Вообще, ну, насколько нам известно, в данный момент в основном, конечно, магазин приходит за каким-то конкретным товаром. То есть человек обычно уже знает, что он хочет купить. Поэтому, в принципе, в основном покупка проходит вот так вот, через поиск, куда вводит название и уже смотрит. Но бывает, что человек попал на ваш магазин, конечно, и хочет какой-то именно определенную категорию товара посмотреть. Как в данном случае, например, мы зашли в штаны, да? Хочет подобрать все штаны, ну, естественно, должен быть такой инструмент, как вот фильтр, когда мы можем выбрать по тем или иным параметрам, например, там по цене или как-то еще, да, показать, какие товары у нас там под эти параметры подходят. Вот одни штаны. Нужен такой инструмент, он есть, типовой такой компонент. Надо правильно отстроить, а то цену с копейками показывать не очень корректно. Давайте совершим, да, посмотрим карточку товара. Ну, в карточке товара, естественно, что у нас должно быть в первую очередь? Фотографии, человек смотрит, что это за товар. Прямо здесь какая-то информация о товаре, да, там варианты расцветок, варианты размеров, цена, какие-то графические, может быть, элементы, такие вот. Ну, сюда логотип можно вывести, не знаю, что-то еще. Ну, вот увидели такие вот подсказочки по данному товару. Естественно, полное описание товара, возможность добавить какие-то комментарии, или там прямо на Facebook эти комментарии отправить. Ну, это кому надо, кому не надо, это все можно включать, выключать. Ну, информация о наличии на складах, конечно, также можете показывать как конкретное количество, так и словами, например, мало, много, почти не осталось и так далее. Давайте, наверное, перейдем к покупке. Да, мы попали уже в корзину. В корзине, опять же, по сути, это место, в котором человек уже принимает решение, да, покупать, не покупать. Поэтому, естественно, должна быть здесь возможность какие-то параметры товара поменять. Да. Купила женщина себе там коричневые штаны, в корзине посмотрела, да нет, лучше синие возьму. Все, взяла синие. Опять же, здесь можно изменить количество товара, должно быть. Товар можно отложить, если необходимо. Если есть какой-то купон скидки, можно его ввести, да. Ну, здесь у нас автоматическая скидка применялась. Давайте оформим заказ. Ну, что-то у меня совсем глухо сегодня. Оформляем заказ. Выбираем, какое лицо у нас будет оплачивать, физическое или юридическое. Да, я оставлю физическое, у меня здесь уже есть заполненный профиль. Сейчас мы к нему вернемся. При оформлении заказа мы выбираем способ доставки, который мы, ну, те способы доставки, которые мы предложили своему клиенту, да, ну, например, Почта России. Давайте попробуем сейчас даже рассчитать стоимость.
Ну, у нас автоматически, да, она рассчиталась. 52 рубля 27 копеек посчиталась она у нас. Но я думаю, это из-за того, ну, маленькой стоимости доставки, на самом деле. А, скорее всего, из-за того, что вес товара не указан. По какому-то минимуму он там указал. Далее выбираем, как у нас будет оплачивать человек. Опять же, вот платежных систем куча. Можно и там Яндекс.Деньгами, можно и карточками оплатить, причем карточки можно сейчас оплатить и через Яндекс.Деньги, и там через терминалы какие-то, PayPal, куча всяких вариантов есть. Это такая тема для отдельного разговора. Ну, в том числе, и там наличный курьеру, оплата через Сбербанк и оплата наложенным платежом. Чтобы нам выбрать. Давайте Сбербанк выберем. Для того, чтобы посмотреть, как у нас счет распечатается. По-моему, в этом типе оплаты будет у нас счет. Это, скорее, больше актуально не для физических лиц, да, а для каких-то юриков, которые оплачивают по счету. Ну, если мы говорим о продуктах питания, физики, то точно, наверное, по счету. Вряд ли что-то будет покупать. Так. Заказ у нас сформирован. Почему-то у меня не открылось всплывающее окошко. Ну, давайте вот так вот попробую оплатить заказ. Да, вот у нас автоматически сгенерировался счет. И уже с этой квитанции можно идти и оплачивать данный заказ. Давайте взгляну сейчас, появились ли какие-то вопросики у вас. Если не появилось, то... Ага, вижу, что-то пишут. Давайте быстренько сейчас попробую, ну, на что так сходу могу ответить. В чем, на ваш взгляд, специфика интернет-торговли продуктами питания? Роман, ну, я думаю, на этот вопрос, наверное, лучше мой коллега ответит, потому что, ну, узкоспециализированная тема, я здесь немножко для другого. Я вас хочу познакомить именно с платформой, с технологиями, которые мы предоставляем. А вот по теме вебинара будет уже второй доклад, и там как раз Михаил расскажет. Так, такой поиск товаров, как вы показали, он только в интернет-магазине, в других версиях нет. Немножко коротко. Такой поиск, это какой, который автоматически сразу показывает? Не скажу. Не скажу, надо посмотреть. Да, на самом деле должен быть и в других версиях. Юрий, а давайте, когда свое выступление закончу, посмотрю. На самом деле с другими-то версиями... Я в основном с бизнесом ковыряюсь, смотрю. Как товары продают слайдер? Спрашивают, как товары попадают в слайдер? Ну, Зульфия, отдельно отвечу, покажу. Там вот прямо на примере показывают. Да, вебинар про магазин, интернет-магазин продуктов питания. Ну, буквально, наверное, через минут 20-30 будет по теме. Именно по продуктам питания. А сейчас я все-таки... покажу саму платформу. Спрашивают, как настроить оплату через интернет-эквайринг. Давайте сейчас. Давайте покажу сейчас админку. И в админке в том числе вообще про управление, да, быстренько покажу. А потом покажу админку, и там платежных систем тоже коснемся. Когда мы залогинились на наш сайт под каким-то, под какой-то учетной записью, которая у нас имеет право администратора там, или модератора, нам становится доступна вот такая вот серенькая панель наверху. И уже прямо из нее мы можем управлять, в принципе, сайтом, да, создавать разделы, страницы какие-то создавать и изменять. Разными функционалами пользоваться. Наверное, один из самых интересных функционалов это вот такой вот режим правки. Я его сейчас включил. Ну, давайте, например, какой-нибудь товар выберем. При выборе какого-то товара у нас будет появляться над товаром или над, в принципе, какой-то областью такое вот всплывающее меню, которое называется «Изменить область». Давайте сейчас вот товар, чтобы карточку товара посмотреть. Открылась у нас карточка товара, одежда, нижнее белье, и прямо здесь можно там и описание изменить, и фотографии какие-то другие, да, догрузить.
показать какие-то свойства, там, анонс, подробное описание заполнить, настроить SEO информацию по шаблонам, может быть настроена. Ну, например, вот попробуем, да, показать, каким образом это генерируется. Сюда просто вставляются такие вот переменные, которые выводят те или иные свойства товара. И, в принципе, можно... Давайте, не знаю, что сюда добавить. Цвет. Цвет у нас. Так, не сюда, наверное, вот сюда. Таким вот образом. Нижнее белье, белая свобода. Так. Цену, базовую цену он здесь не покажет, наверное, потому что это торговое предложение. Ну, даже не знаю, честно говоря, что сюда написать, потому что достаточно, я думаю, вот этого будет, да, что нижнее белье, белая свобода, это уже такой вот заголовок элемента сформирован. То есть не надо каждому элементу прописывать там, что вот это у нас нижнее белье, то есть вручную это не делается, все автоматически генерируется. Ну, достаточно удобно это делается. Если привязаны вы к Яндекс.Директу, дальше позже покажу, как это делается, то можно, опять же, управлять там, какие-то объявления размещать прямо из свойств, из настроек этого товара. Ну, указываем, в каких разделах у нас этот товар появляется. И торговое предложение, есть возможность также достаточно быстро сгенерировать, да, когда у вас один товар, например, имеет разные размеры. Вам надо сделать несколько товаров, которые будут отличаться там только размером или цветом или какой-то другой характеристики. Также это можно сделать через такой вот генератор торговых предложений. Не буду сейчас это сохранять. Давайте перейдем, наверное, в саму админку, уже посмотрим. Что из себя представляет админка? Такие три области основных рабочих, да, это главное меню, это подменю и основная рабочая область. Ну, в первую очередь рабочий стол, на который выводятся так называемые гаджеты, кто-то их называет еще виджеты. Прямо здесь, да, можем смотреть какую-то информацию там по продажам, по посещаемости, статистику по товарам. Вот какая-то есть, да, у нас информация по посещаемости нашего магазина. Сюда можем их добавлять или удалять прямо вот отсюда. Далее раздел, ну, сюда еще что хотелось бы добавить, да, интересная вот такая штука тут как избрана. Избрана это те пункты и подпункты меню, которые у нас вот существуют здесь. Мы их можем просто брать, таким вот образом закидывать. И они у нас всегда будут под рукой. Очень удобно на самом деле с ним работать. Если кто-то работает в Bittrex и не знает про это, ну, я прям очень рекомендую. Далее раздел контент, в котором мы можем управлять структурой сайта, так и какими-то нашими каталогами, там новости, которые пишем, другие какие-то инфоблоки. Все находится здесь. Раздел сервисы. Вот как раз здесь можно то, что мы говорили, да, управление, во-первых, контекстной рекламой. Ну, здесь надо будет подключить ваш Яндекс.Директ и в принципе, управлять рекламными кампаниями можно прямо с админки. Очень удобно. В разделе сервисы, ну, все основные сервисы находятся, которые есть на вашем сайте. Да, это и возможность там опросы задавать, и управление поисковой оптимизацией, рекламные кампании, которые на сайте запускаете, да, какие-то баннеры там, смотрите, клики, переходы по ним и так далее. Управление рассылками. Ну, по рассылкам управления вот в следующем релизе планируем много изменений сделать. Если техподдержку какую-то оказывать, тоже прямо тут управляется. И так далее. Да, там форумы, почта, рейтинги. Ну,
все что угодно, даже конструктор мобильных приложений. Тут есть, не буду сегодня про него рассказывать, все-таки немножечко не тема нашего вебинара. У нас больше про магазин. Про магазин что хотелось бы рассказать? Давайте в первую очередь посмотрим, как происходит управление заказами и вообще работа с заказами. Первое, что мы видим, вот такой фильтр. Да, очень удобная штука, которая позволяет нам отсортировать все наши заказы, которые у нас есть, по тому или иному принципу. Например, по статусу заказа, то есть все выполненные заказы. Давайте посмотрим. Да, вот у меня два заказа, только два первых выполнены, сразу вам показал. Поля, по которым мы будем сортировать, их можно добавлять и удалять. Фильтры, которые подобрали мы, можно сохранять. Да, например, у меня вот тут есть такие сохраненные фильтры. Там оплаченные заказы, разрешенные к отправке и так далее. И далее у нас список заказов уже. Ничего, разрешенных отправки не нашли мы. Список заказов, в котором, по сути, и отображаются все наши заказы. Опять же, табличную часть можно настроить. Можно экспортировать вот этот список, который выводится в Excel. Ну, давайте, наверное, откроем какой-нибудь заказ и посмотрим, что вообще это из себя представляет сам заказ. Ну, в заказе у нас информация вся о покупателе, о статусе этого заказа, информация о доставке, оплачена, оплачен, доплачен он или нет. Какие-то комментарии, которые оставляет пользователь, либо комментарии, которые менеджер оставил. Ну, собственно, состав заказа. И также такие подсказочки для менеджера по продажам, да, например, предложить покупателю, да, что он смотрел еще, какие товары. То есть менеджер у нас, когда будет созваниваться, уточнять заказ клиенту, он может сразу предложить какие-то еще другие товары. Опять здесь же, да, транзакции по заказу, история изменений заказа, всегда можно следить, кто что из менеджера делал. И, в принципе, какие-то документы прямо здесь можно тоже распечатать. Да? Например, там счет, накладная, план заказа и так далее. Про персонализацию покажу на презентахе. Здесь, я думаю, не стоит так рассказывать пока еще, что в админке это такое, пока у меня пустое, потому что продаж практически не было. По сути, это функционал, который позволяет, который анализирует действия посетителя вашего сайта и выдает какие-то персональные рекомендации в зависимости от того, какие товары он покупал, какие товары он просматривал и так далее. Ну, позже коснусь этого. Одежда. Ну, по сути, это раздел, который дублирует, да, раздел контент у нас, который у нас каталог. То же самое здесь можем работать с каким-то каталогом. CRM – это раздел, в котором вы можете связать ваш интернет-магазин с вашей CRM-кой. И, в принципе, заказы все обрабатывать не со стороны интернет-магазина, а со стороны CRM-ки. Ну, также тема отдельного вебинара, записи есть, если что, можно посмотреть, как настраивается, как делается. На самом деле настройка, ну, занимает, наверное, минуту-две. Вот. Но очень удобно, если у вас менеджер работает в CRM-ке, то сразу ему туда валится заказ после интеграции, и там создаются какие-то контакты, он может сразу отработать этот заказ. Ну, информация о покупателе, да, список покупателей. Давайте сейчас откроем, посмотрим. Вот я у себя здесь один покупатель. Естественно, в информации о покупателе, ну, помимо общей информации, статистика заказов, да, сколько сделано заказов, на какую сумму, какая средняя стоимость, информация по последним заказам и, кроме того, информация по профилям нашего покупателя. Да, мы, когда отправляли заказ, видели, что это может быть как физическое лицо, так и юридическое лицо. Полный список заказов. Информация о каких-то там отложенных в корзине товаров. Информация по просмотренным товарам. Также здесь брошенные корзины. То есть, если у нас кто-то что-то
понабрал в корзину, но ничего не купил, то это у нас здесь останется. Ну, у меня все покупки были сделаны, поэтому таких брошенных корзин мы не найдем. На самом деле, брошенная корзина очень удобный инструмент, который позволяет проанализировать. Зачастую бывает, что люди набирают, да, разные люди, но набирают почему-то один товар и на этапе покупки отваливаются. Товар остается в корзине, а человек просто взял и отвалился. Это позволяет, вот данный инструмент позволяет проанализировать, что это за товар, и подумать, что-то, может быть, позвонить кому-то из тех, кто является уже вашим покупателем, но не купил товар, уточнить там, почему не купили. Может, какие-то пожелания есть, может, вы какой-то нюанс не учли, там, кнопка другого цвета сделать, что-то еще. Ну, помимо этого, да, информация о том счетах, о всех наших транзакциях, которые проходили по оплате. Ну и если торгуете каким-то электронным контентом по подписке, то продление подписки тоже здесь управление происходит. Интересный функционал скидки. У меня заведено здесь пару скидок. Ну, например, вот такая вот скидка 25% на обувь. Давайте посмотрим, как это выглядит. Мы заполняем всю информацию о нашей скидке, да, там название, для какого сайта будет действовать, период, когда она будет действовать. Указываем, что это за тип скидки, то есть она может быть в процентах, может быть фиксированная сумма, или это может быть скидка, которая устанавливает определенную цену на товар. У меня сейчас в процентах 25% для рублевых продаж. Условия. Ну, я здесь самое простое условие задал, такое, что вот поле раздел равно обувь. Мы можем добавить какое-то еще условие, например, давайте сделаем товар не равен и выберем какой-нибудь товар, который у нас в обуви находится. Ну, вот прям топочка «Любимый спорт». А, применим. Скидки могут действовать как на все товары, так и, например, их можно выдавать по купонам. То есть мы сгенерируем какой-нибудь купон. Да, это там, на одну позицию заказывали, на один заказ. Можем сгенерировать код купона автоматически, можем там своими словами написать. И выдаем тогда этот код клиенту, и он применяет купон уже... активирует скидку. Причем купон можно, опять же, сделать так, что после применения купона купон отваливался, либо сделать, чтобы он купон продолжал быть активным, тогда этот купон можно, например, передать еще кому-то. Ну, таким образом, например, можно разослать на новогодние праздники купон, там, не знаю, с названием New Year, по своим подписчикам, по своим клиентам, и все, вводя этот купон, будут иметь определенную скидку, которую установите. Ну и также скидка может действовать не на все, как на разные типы цен, так и на разные группы пользователей. Да? Например, только на администраторов, на зарегистрированных пользователей или на какую-то другую группу пользователей, которую вы сами заведете. Давайте посмотрим сейчас. Попробуем. Как у нас генерировалась скидка. Так, где-то в тапочках у меня, по-моему, это было. Давайте выберем сейчас тапочки. Да. Вот на любимый спорт нам скидка не действует, а на розовый рай, хоп, 25% скидочка осталась. Да? Как и на все остальное, в принципе. Так, ну... давайте посмотрим, что еще здесь в админочке стоит посмотреть. Складской учет, да? Да, такой, наверное, тоже нужный, интересный функционал.
Но не для всех, скорее для каких-то небольших интернет-магазинов, потому что какие-то крупные интернет-магазины в любом случае уже складской учет будут вести наверняка где-то в 1С-ке или в какой-то другой учетной программе. Ну, в таком случае надо уже настраивать интеграцию с 1С-ом. У нас она есть, есть специальный модуль для интеграции с 1С-ом. Если кого этот вопрос интересует, давайте прям даже покажу, где это находится. Сайт называется у нас, вот он, интеграция с 1С. И по поводу интернет-магазина с 1С, здесь подробно написано. По поводу версий, ну, я советую вот здесь вот смотреть. Интернет-магазин плюс 1С, скачать прямо конкретно дополнение, для каких версий у нас выпущено. Ну, вот здесь это дополнение, надо скачивать их и устанавливать. Инструкция по установке есть тоже. Так, давайте быстренько пробегусь по презентации. Что еще хотелось бы вам рассказать? Про типы... Давайте покажу, помню, что про типы платежных систем. Обещал показать. Про складской учет, да. Не закончил. В двух словах. Прямо на сайте вы можете приходовать товар, причем как вносить информацию вручную, так и, не знаю, там даже при помощи сканера штрих-кодов, приходовать товар, указывать себестоимость, списывать товар, там, если забракованный какой-то и так далее. После этого можно строить какие-то отчеты. Давайте покажу, да, какие отчеты у нас есть. Да, например, доходность по товарам, там, запасы и так далее. Ну, по товарам прям в отдельную группу выделено отчетики. Да, там по продуктам какую-то статистику посмотреть. Сколько у нас заказов, сколько количества, сколько корзинов и так далее. И так, по платежным системам был вопрос. Сейчас мы посмотрим вместе с вами. Вот смотрите, это те платежные системы, которые у меня уже заведены. Да, единственное, WebMoney она неактивно отключили. Помимо тех платежных систем, которые заведены здесь, можно добавить какую-то свою платежную систему. Причем, да, неважно, какое название будет, мы можем выбрать обработчики, которые есть у нас. Вот ой. Те обработчики, которые предлагаем мы, здесь их куча, да, там тот же самый Сбербанк, тут Кредит Пилот, Укрэксимбанк, куча всяких. Можете выбирать любой. Также сюда можно какой-то свой пользовательский обработчик, если он есть, то его можно сюда тоже подгрузить. Это, возвращаясь к вопросу сейчас спрашивают, а вот с моим банком там работает или не работает. Если вы собираетесь напрямую с банком работать, у вас должен быть такой обработчик. Ну, если его надо написать, не знаю, вам надо либо там, к партнерам нашим, либо в банк обращаться, чтобы его сделать. Обычно люди работают все через какие-то платежные агрегаторы, да, там та же самая Робокасса, Хронопэй или Яндекс.Деньги, которые принимают ваши деньги, вернее, деньги ваших клиентов, берут какую-то комиссию и уже там переводит их в банк. Так, что хотел показать еще. Ну, вот здесь, в принципе, что важно понять, что в первую очередь у вас должен быть договор с какой-то из систем заключен, да? Ну, в таком случае у вас будет какой-то там идентификатор выдан. Вам надо будет всю эту информацию здесь заполнить, и все, и в принципе платежная система уже готова к использованию на вашем сайте. Так, это мы с вами все посмотрели. Про управление тоже глянули. Давайте сейчас посмотрим, что еще хотелось бы рассказать. Ну, про складской учет мы посмотрели, да? Да, интеграция с 1С. Основные решаемые бизнес-задачи – это в первую очередь это обмен данными по товарам, и во вторую очередь это прием и обработка заказов. Причем тут можно настроить по-разному. Вы можете заказы, например, обрабатывать на стороне сайта.
Это, наверное, удобнее, когда все-таки ну, небольшой интернет-магазин, то имеет смысл. Если поток заказов большой, то, наверное, все-таки логичнее заказы эти обрабатывают непосредственно в 1С. То есть сайт служит своего рода витрины и местом, который принимает заказы, а вся работа уже идет в 1С. Ну, в принципе, реализуем и та, и другая бизнес-модель. То, что не стоит делать, так это обрабатывать заказы и там, и в 1С, и на сайте. Это неминуемо приводит к бардаку и хаосу, поэтому так делать не надо. Надо определиться с каким-то одним местом, где вы будете это делать. Но самое важное, что на самом деле это реал-тайм. Заказ появился, он практически мгновенно у вас появился и в 1С, и уже вы можете это обрабатывать. Ну и в принципе, если у вас типовая конфигурация и 1С, и Bittrex, ничего там нигде особо не допиливали, не доделали, то настройка происходит, ну не скажу, что просто, но достаточно быстро. В принципе, я думаю, специалист, знакомый с веб-технологиями, сможет и 1С настроить. Там достаточно подробная инструкция есть. А, так, ну, про платежную карту мы с вами поговорили. Про скидочки тоже поговорили. А что хотелось бы еще глянуть? 40 рублей. Ну, давайте, наверное, буду потихонечку уже закругляться, потому что хочу передать слово коллеге своему по продуктам питания. Так, ну, про службу доставки, да, еще хотелось бы тоже добавить. Ну, здесь, в принципе, как и со службами прием платежей, да, их куча у нас заведена. Выбирайте то, что есть, можно пользоваться. Давайте, наверное, уже буду заканчивать. Если какие-то вопросы есть, вы пишите. Пока Михаил будет выступать, я постараюсь на эти вопросы ответить. Цены на нашей редакции. Ну, сейчас у нас идет акция. Мы посмотрели, да, интернет-магазин. Мы посмотрели вот эту вот редакцию, редакцию «Бизнес». Есть еще редакция «Малый бизнес», она отличается немножечко от бизнеса, там немножечко урезанный функционал. Например, там только один тип цены, возможность работать только с одним складом. И некоторые ограничения другие есть. Ну, описание, опять же, можете табличку сравнения у нас на сайте посмотреть. Стоимость лицензии включает 1 год бесплатных обновлений. При этом сама лицензия, она, это не значит, что она будет работать только 1 год. По истечению этого года сайт будет продолжать работать, просто не сможете получать обновления и маркетплейсом пользоваться. Ну, обновления на самом деле стоят не таких больших денег, там 22% от стоимости лицензии есть на льготное продление. Для того же бизнеса получается там, по-моему, 12-13 тысяч в год, не так много. Это возможно, если вы продляете в течение месяца с момента окончания вашего лицензионного ключа. Если проходит больше, чем один месяц, то уже стоимость продления 60%. Ну, вот по лицензированию, опять же, задавайте вопрос, все разъясним. Сейчас у нас скидки такие идут до конца года, ну и до 12 января даже. Единственное, что до 12 января там непонятно, как банки будут работать, то лучше все-таки до конца года приобретать, если вы собрались приобретать что-то. Ну, скидки от 10 до 20%. А на Marketplace на некоторые решения аж вообще под 40. Техническая поддержка ну, осуществляется у нас через обращение на сайте. То есть пишите какой-то запрос, вам отвечают. Тестовая версия, да, бесплатная, пробная, на 30 дней. Опять же, можете скачать с сайта. Виртуальная лаборатория на 3 часа. Ну, пока ремонтируется у нас виртуальная лаборатория, сейчас ее, к сожалению, пока нельзя запустить, я думаю, до конца года, наверное, и не получится. Но будет потом. Подытоживая, что, по сути, есть платформа 1С Bittrex, да? Ну, во-первых, в качестве, что, на что хотелось бы обратить внимание, более 25 тысяч интернет-магазинов уже работают на Bittrex. Более 1800 готовых функциональных возможностей. То есть, практически все то, что реализовано в современных интернет-магазинах, оно есть и у нас. И даже немножечко больше. Остается только вопрос. Вот функционал
Естественно, весь он не про... не, нет смысла запускать весь функционал на вашем сайте. Он будет избыточен. Вам надо подобрать как-то функционал, который будет подходить конкретно вам. Ну, самое главное, что выбор мы предоставляем, есть чего выбирать. И с этим можно работать уже. Быстро достаточно запускается. Есть real-time интеграция с 1С. Есть возможность интеграции с бесплатной CRM Bittrex 24. Ну, много внимания уделяем высокой производительности и максимальной безопасности, но это, опять же, параметры, которые стоит которые надо настраивать. Но для настройки этих параметров есть инструменты у нас тоже такие достаточно удобные для работы. Если у вас какие-то остались вопросы, пишите их в чатике. И вот такой вот адрес у меня есть. Это профиль мой на Bittrex 24 Network. Прошу прощения. Можно писать туда, либо по почте nikita@1s-bittrex.ru. Так, я потихонечку давайте, наверное, буду передавать свое слово. Благодарю всех за то, что слушали меня сегодня. Ну, опять же, да, как говорил уже, пишите вопросы. Сейчас я найду Михаила. Так, Михаил, я переключаю. Добрый. Развитию. С вами мы сегодня будем говорить о интернет-гипермаркете, запускать свой интернет-магазин продуктов питания. Прежде чем мы начнем, хотелось бы познакомиться поподробнее, поэтому вот, пожалуйста, вот в поле вопросы напишите, пожалуйста, кем вы являетесь. То есть вы партнер один из Bittrex, который смотрит новое решение. Вы, может быть, стартапер, который думает открыть свой интернет-гипермаркет. А может быть, у вас уже есть действующий бизнес, да, какой-то в любой сфере, в том числе там свой продуктовый ларек или магазин, и вы думаете расширить его. Или, может быть, вы вебмастер какой-то. Вот. А пока я расскажу о нас. Собственно, наш сайт, студия тиражных решений Ромза. Мы одни из идеологов рынка Marketplace, работаем вот на этом рынке с момента основания его, то есть уже 2.5 года, почти 3. И в том числе наш директор Роман Забодин, он является одним из 5 MVP Bittrex, это, то есть человек, отмеченный Bittrex как наиболее высокий профессионал, внесший большой вклад в развитие платформы через сообщество разработчиков. И о нас, ну, собственно, вот она, наша команда, мы не скрываемся, вот они мы. Так, посмотрю сейчас ваши вопросы, чтобы понимать, с кем общаюсь. Угу. Вижу владельцев интернет-магазинов, то есть, которые планируют сменить направление. Кстати, это еще одна хорошая возможность именно рынка интернет-магазинов, e-commerce, что... вы можете, быстро меняя контент, да, менять сферу торговли. То есть вам нужно больших затрат нести. Так, вижу стартаперов. Так, вот ребята есть, которые даже работают уже над созданием интернет-магазина продуктов питания. Так, и вижу, есть еще у нас слушатель, да, на наш клиент, в том числе, что это по другому нашему продукту, Bittronic. Валерий, напишите на почту, да, соответственно, можно созвониться. Так, стартаперы и есть у нас еще партнеры. Хорошо, давайте продолжим. Я расскажу вам сначала, собственно, что у нас будет в моей презентации. О чем поговорим? Прежде всего, это перспективы ниши торговли продуктами питаниями. Собственно, если она в России, если она в мире, да, скажем, и какое у нее будущее? И у нас есть стартаперы, то есть и сейчас у нас актуальная тема дня – это кризис, поэтому актуален вопрос, как стартовать торговлю с низкими вложениями, да, с небольшими затратами. Затем перейдем непосредственно к выбору, готовое решение или индивидуальная разработка. То есть в чем плюсы того или иного решения. И, ну, непосредственно боевой тест, да, скажем, посмотрим наш магазин онлайн-сторы, интернет-магазин продуктов питания. Так, давайте начнем.
Прежде всего, рынок интернет-торговли в цифрах. Никита называл ту цифру, которая планируется к 2018 году. Она может вам показаться большой, но вот можно посмотреть динамику, которая была уже раньше. Да, например, в 2012 году рынок интернет-торговли составлял 405 миллиардов рублей. И в то время рос примерно на 25-27% за год. А в 2013 году он был уже 470 миллиардов рублей. То есть вырос еще на 15%. И из чего можно сделать вывод, что деньги в интернет-торговле есть. Да, и вы можете откусить определенный кусок пирога, открыв свой интернет-магазин. Тем более тренд вообще потребительский такой, что люди идут в интернет. Все чаще, все в больших сферах, то есть люди идут не ногами в магазин, а именно ручками набирают на клавиатуре, да, и ищут что-то в интернете и покупают. Для сравнения, например, того, как динамично развивается рынок интернет-торговли, вот в 2010 году он был еще раза в 3-4 ниже, чем сейчас. Он был 176 миллиардов рублей. И, кстати, как раз тогда один из наибольших оборотов был у магазина продуктов питания «Утконос». У них был 5,1 миллиардов рублей. И у меня такой вопрос к слушателям. Смотрите, каждый из нас заказывал, наверное, через службы доставки какие-то суши, пиццы, либо, может быть, доставку еды из ресторанов. Напишите, пожалуйста, в чат вопросы, кто уже пользовался услугами магазинов продуктов питания, интернет, кто заказывал себе еду. Для меня большой вопрос, почему у нас народ чаще покупает суши и пиццу, да, вот на заказ, хотя там наценка гораздо больше, чем продукты питания. Поэтому интересно, те, кто запускает магазины продуктов питания, они сами-то пользуются такими услугами? Так, вот вижу, Зульфия заказывала. Наталья заказывала какие-то редкие продукты и специфические, да. Да, в принципе, то есть уже есть определенный рынок. Илья тут добавляет, что в пицце риски меньше. Тут смотря как организовывать бизнес, мы об этом поговорим еще. Угу. Перейдем дальше. Какие же перспективы по продуктам питания? Для сравнения, в США объем рынка онлайн-продаж доставки продуктов превышает 15 миллиардов рублей. И там основными игроками являются Amazon и Walmart. У нас эта ниша относительно свободна, и я знаю только одного крупного, самого крупного игрока, это Утконос, да, там дальше есть еще крупные магазины типа Азбуки Вкуса. В чем же особенность вот этой ниши, да, скажем, и как здесь зарабатывать? Особенностью ниши, по крайней мере, у нас в России является то, что у людей еще есть привычка ходить ногами в магазин, вот именно магазин у дома, еще какой-то гипермаркет. И с одной стороны, это ограничивает текущий рынок, но с другой стороны, это показывает его потенциал развития. Да, то есть, потому что движется все равно в интернет, и крупные города показывают нам, то есть мы, например, сидим в регионе, да, и у нас уже, мы физически в Красноярске находимся, и у нас уже есть тоже магазины продуктов питания, успешно я покажу пример, и службы доставок из различных супермаркетов. А в Москве это все гораздо более развито. И мировая практика показывает, что если есть хорошее предложение, то люди неизменно начинают этим предложением пользоваться. То есть спрос однозначно можно создать, и популярными среди продуктов питания при таком спросе являются стандартизированные, не портящиеся продукты. Это вот то, чем люди привыкли закупаться надолго, да, то есть различные бакалеи, напитки, консервы, там, чай, сахар, кофе, мука. Кстати, они не требуют особых условий хранения, да, то есть могут долго храниться, то есть нет скоро порта. Итак, собственно, перспективы нам понятны. Да, давайте посмотрим, а какие же крупные игроки есть в России, то есть посмотрим непосредственно на их сайт.
Первый, вот, кого я назвал, это магазин «Утконос». И для сравнения, то есть сравнение с продуктовыми гипермаркетами и ритейлом в реале, то есть давайте посмотрим, какие есть параллели. Параллели такие, что так же, как и в продуктовых супермаркетах, да, у нас есть различные спецпредложения, праздничные скидки, собственно, напоминание каталог товаров и поиск товаров. То есть, ну, очень важно, чтобы был удобный поиск, чтобы быстро найти то, что нужно. Возможность перейти в корзину. Так, ну, собственно, для любого онлайн-магазина, да, актуальна это социальные сети, безопасная оплата. Тут бы я хотел обратить ваше внимание, то, что тоже у ребят еще есть такое, что возврат товара. Вы можете отказаться от товара, не оплачивая его стоимости. Это как раз про риски, да, про которые говорили, что при доставке, да, скажем, если вы являетесь клиентом, например, взять какой-то плохой товар, то есть можно его вернуть. Ну и различные акции распродажи. В Питере, например, можно посмотреть магазин «Сапут». Тут также баннеры. Также, то есть, у них продукция собственного производства есть. И, кстати, об этом они прям даже напоминают, что здесь плашка, что сбоку в меню. Различные предложения. Подтверждение, что мы готовим качественную еду, награды отличные. Впрочем, но это крупные гипермаркеты. Не всегда с этого можно стартовать. Хотя и есть способы, об этом я расскажу дальше. Можно доставлять специфические товары, например, фермерские продукты. То есть вот мы видим магазин «Зеленый хутор». Честно говоря, то есть я просто взял и набрал, ну, первый попавшийся магазин, то есть не старался кого-то выделить, не считайте рекламой. Точно так же. То есть видим в меньшем, правда, объеме, да, то есть различные баннеры, да, заказы, новинки и прочие вещи. Ну, игроки есть, они живут. Итак, что нужно сделать нам непосредственно, да, чтобы открыть свой магазин и в какой нише? Прежде чем я вам покажу, давайте я расскажу красноярский пример. Например, я лично знаю этого предпринимателя. У нас есть такой предприниматель Николай Трегубов. Он даже где-то на Тинькове еще где-то 2,5 года назад, да, писал свою историю. Он купил службу доставки из супермаркета. То есть ребята, которые заключили с крупной сетью, у нас в Красноярске договор, что у них они берут товары по ценам ниже, да, соответственно, доставляют своим клиентам с определенной наценкой, да, и за счет этой наценки и живут. При этом они не тратятся на условия хранения, не тратятся на склад, да, скажем, то есть используют складские резервы вот именно вот этой крупной производственные где-то, если сеть своего питания, ну и торговой сети. Эту историю можно почитать, как они развивались для себя. То есть, ну, к слову, там, потом они укрупнились, и там у них свой магазин доставки, по-моему, «Свежий на дом» называется. Вот, это я вам оставил. Возвращаемся к нашей презентации. Собственно, какие есть ниши для быстрого старта? Давайте подытожим. Доставка продуктов из супермаркетов. Это самое простое, что вы можете сделать. Почему? Потому что вы несете гораздо меньшие риски, не тратите на аренду складов, на различные условия хранения. И вам достаточно заключить договор со своей местной известной региональной сетью о том, что вы будете брать у них товары. И, соответственно, на этом работать. Плюсы этой схемы в том числе то, что у вас уже есть некая поддержка бренда. То есть, если эта сеть хорошо себя зарекомендовала, то есть люди ее знают и, в принципе, охотно берут, экономят свое время. Но есть и минусы. Минусы в том, что не всегда можно поставить высокую наценку. То есть мы понимаем, что должна зарабатывать эта сеть, должны заработать вы, а вы должны остаться довольным покупателем. Но при этом, как вариант, это самый простой способ стартовать с низкими затратами, да, скажем, набрать какую-то базу своих покупателей, а потом уже можно переключиться и на что-то свое, то есть непосредственно закупать продукты и предлагать. Следующее – это различные специфичные ниши. Прежде всего, то, что сразу приходит в голову, да, это фермерские натуральные товары. Сейчас во всем мире, и во всем мире давно, а у нас в России, ну, сейчас только докатывается эхом,
идет тренд здорового питания, здорового образа жизни. То есть на смартфонах появляются различные приложения, которые следят за здоровьем через различные датчики. Всякие производители кроссовок уже выпускают кроссовки с шагомерами, то есть эта информация передает, сколько ты прошагал. Этот тренд идет, и люди хотят питаться хорошо и полезно, то есть и вкусно, и полезно. И городские жители готовы за это платить, но жители деревень, они сами выращивают. Вы можете что делать? Вы или можете быть поставщиком, да, скажем, каких-то таких товаров, то есть каких-то специфичных. Это могут быть какие-то индийские там, сладости, может, какие-то ведические товары. Это может быть просто фермерские продукты полезные, да, которые из пригородных там, поселков, договориться с фермерами и там доставлять от них. Продали, забрали фермера, соответственно, привезли. Перейдем к следующему варианту ниши. Это различная потребительская кооперация. По сути, это тот же вариант, который я вам называл, но только вы представляете различные бренды. То есть кооперируетесь с мелкими производителями, да, и представляете их в интернете. Собственно, раскручиваете площадку. В этом ваша компетенция, в том, чтобы в интернете раскрутить площадку и работать с базой покупателей. И, собственно, доставляете товары. То есть здесь ничего нового я не придумаю. И у нас еще есть еще одна ниша. Это премиум товары. Многие жители загородных поселков, которые находятся около города, они достаточно состоятельны. И они готовы платить за хорошие товары, то есть, а на эти товары можно установить более высокую наценку. И чаще всего они предпочитают экономить свое время, заняты. И можно работать с этой категорией и выстраивать с ними работу. Тем более, что чаще всего премиум товары, они из-за рубежа, да, то есть как, различные консервы и еще что-то. И поэтому они не скоропортящиеся, то есть их можно долго хранить. Это плюс с точки зрения ведения бизнеса, да, что ну, не надо следить там, за просрочкой. Но что при этом всем важно знать, какие есть особенности ниши и особенности бизнес-процесса. Прежде всего, это повторные покупки. Необходимо очень плотно работать с клиентской базой. Потому что основные покупатели, которые будут генерить вам прибыль, приносить деньги, это повторные покупатели, которые уже привыкли у вас покупать, формируют корзину заказов и постоянно берут у вас. Соответственно, очень важно отслеживать операционно, да, что вы качественно выполняете заказы, брать обратную связь, делать различные рассылки. Ну, об этом я еще поговорю про маркетинг. Это можно заранее закладывать ну, на этапе старт интернет-магазина, о том, как вы будете работать с клиентской базой, то есть какие контакты брать. Следующее – это эластичность спроса. Вот. Вы, может быть, знаете сами по себе, то есть заходите в какой-нибудь гипермаркет, собирались взять там буквально там яйцо, курицу, молоко, ну вот смотрите, вот здесь есть скидочка на такой-то товар, там, на какие-то сладости, например, или еще что-то, и думаете, постоянно, ну, выгодное предложение надо брать. Да? То есть вот такая покупка, которая не планировалась. Соответственно, и вам нужно работать, экспериментировать с ценовыми скидками и вашими предложениями. Потому что чуть повыше цена, а раз покупатели ну, что-то думают, не хотят брать. Там где-то чуть пониже, там, может быть, даже за счет какого-то товара локомотива, да, то есть товар, на который цена делала ниже, да, а у остальных товаров нормальная цена, да, то есть, соответственно, вся продуктовая корзина набирается в плюс для вас. Следующее, это как раз про привычки, да, скажем, это закупка раз в неделю, то есть как раз одна из категорий покупателей, с которыми вы будете работать, это экономные практичные люди, семьи, которые привыкли закупаться раз в неделю. То есть семьи, которые закупаются где-то на рынках, ну, собственно, есть те, кто через интернет будет закупаться и экономить свое время. С ними надо работать, создавать некие продуктовые наборы на неделю. Можно несколько вариантов. Создавать наборы, им предлагать. Соответственно, запоминать те продуктовые наборы, которые они берут, чтобы у них была возможность потом в интернет-магазине нажать на повторный заказ, да, то есть какие-то там продукты добавить, убрать, но в целом не тратить много времени на подбор ну, вот обычной продуктовой корзины семьи на неделю.
Кстати, вот в этом плюс как раз интернет-магазин, на который можно давить, да, скажем, что в обычный магазин надо ехать, надо это собирать по полкам, идти, еще попутно 100 пудов возьмешь что-нибудь, что не планировал, а здесь все тебе привозят, да, со временем экономится. Ну и, конечно, маркетинг. Маркетинг как сотрудничество с различными бонусными программами, так и весь ритейлерский маркетинг, то есть это мерчендайзинг, то есть расположение ваших товаров, да, на главной странице, на страницах каталогов, какие-то товары выше, какие-то товары ниже, это различные акции предложения, наборы, в том числе, то есть когда вы видели в супермаркетах, да, там, вот сейчас, например, к Новому году, может быть, вы видите в каком-то вашем супермаркете, там, перевязывают буквально там шампанское, конфеты, да, скажем, и, например, мандарины, да, например, набор к новогоднему столу. Соответственно, с маркетингом нужно плотно работать. Итак, от слов к делу. Я вот рассказал про те особенности ниши, которые, ну, с которыми вы в любом случае столкнетесь. И вы решили создать интернет-магазин продуктов питания. Теперь перед вами стоит другой вопрос, технический. Что делать? Разрабатывать на заказ или приобретать готовое решение? Расскажу про плюсы и про минусы того и другого случая. Так, нужно понимать, разработка на заказ, прежде всего, это сразу не быстрый старт. Определенно вам придется подождать, ну, месяца 3-4 в лучшем случае, потому что это работа как дизайнера, который нарисует по вашим хотелкам, по вашему макету, да, некие странички. Это работа верстальщика, который уже превратит это в некий код, который покажет на компьютере, что вот, вот примерно так работает, так верстается, так будет в разных браузерах отображаться. И работа программиста, который уже наполняет функционалом интернет-магазин, да, то есть, соответственно, на скелет накладывает мясо и показывает вам готовый продукт. А все это сопровождает, ну, невидимой рукой некий менеджер проекта, да, то есть 4 человека мы в итоге получаем. Естественно, это стоит гораздо больше деньги, чем какое-то готовое решение, да, скажем, чем какая-то аренда сервиса. Ну вот аренда сервиса интернет-магазина продуктов питания я пока не знаю, именно таких нишевых. И самый главный риск вот, при такой заказной разработке, то что вы будете ожидать красивую новогоднюю елочку, да, а получите облезлую какую-нибудь пихту. Такое происходит чаще всего, потому что если, как один из вариантов, или заказчик не имеет еще опыта создания интернет-магазинов, сайтов, не сталкивается с этой спецификой, либо потому что, ну, скажем так, мы получаем чужое творчество за свои деньги, да, скажем, вот именно то, что там задумал сам дизайнер, там, программист. В лучшем случае свое творчество, то есть, ну, ожидания не всегда соответствуют реальности. Поэтому мы, непосредственно наша студия, мы идеологи готовых решений. Мы за то, чтобы быстро стартовать, получить некий опыт, а уже потом дорабатывать свое решение, потому что и наши решения, и вообще любые решения на маркетплейсе, они с открытым кодом, то есть бога ради, то есть как угодно их режьте и добавляйте свой функционал. При этом вы экономите деньги за счет того, что, во-первых, что это решение продается тиражом, то есть по всей России, СНГ, да, соответственно, не нужно просить за него большие деньги. И, соответственно, для вас это возможность тоже там, не купить большой бюджет, не рисковать большими деньгами, а быстро стартовать. И, собственно, что вы еще приобретаете, это больше проработанность решения, потому что его уже используют другие клиенты. Вы знаете, что они используют, что решение в принципе рабочее. Да, можно посмотреть на магазины, которые работают уже на этом решении. У вас есть выбор, то есть, соответственно, вы можете выбирать из готовых решений. И, конечно, у каждого решения с течением времени, то есть, выходит какой-то новый функционал и обновление решения, если разработчик честный, да, скажем, а не просто зашел на рынок, выпустил готовое решение и потом никак не сопровождает. И, как пример, вот на наш продукт, интернет-магазин Bitronic, да, вот мы уже 2,5 года на рынке, да, вот, каждые 2 месяца мы выпускаем обновление, и сейчас готовим большое обновление в части именно дизайна. Это
этого магазина. Так, от слов практики. Давайте перейдем к боевому тесту нашего решения. Я пока посмотрю те вопросы, которые мне уже задавали, и продолжу. Собственно, вот оно наше решение. Так, вижу, что пока вопросов нет. Так, ну хотя бы погодите. Есть еще вопросы, но они связаны именно там с операцией с 1С. Я думаю, там Денис поотвечает. О, Денис, Никита, прошу прощения. Так, давайте продолжать. Собственно, мы находимся на главной страничке нашего магазина онлайн-сторы. Что мы здесь видим, прежде всего? Ну, как и любого магазина, в том числе и ритейлерского, то есть у нас есть некая такая брендированность своя, то есть некие слайдеры, которые показывают продукты, какие они красивые, красиво снятые, да, скажем, может быть здесь будут какие-то предложения в том числе. Ну и как полки товаров супермаркетов, так также у нас есть каталоги наших продуктов, строка поиска, ну и вся контактная информация, да, корзина. Опускаемся вниз. Вот особенности продуктов питания, да, кто-то выбирает категории товаров, а кто-то держит марку производителя. То есть, например, там нужны именно какие-то владимировские яйца, например, яйцо Владимирское или компания «Русское море». Точно так же мы видим спецпредложения. Обращаю внимание ваше по спецпредложениям, да, вот как раз я говорил про маркетинг, про то, что можно использовать. Например, продуктовый набор, да, к масленице, там, молоко плюс сметана плюс творог, да, обойдется вам 250 рублей вместо 281 рубля. Да, вот. Человек ее видит, может, он планировал покупать только там творог или сметану, но думает, сэкономлю. Всегда приятно сэкономить немножко. Возвращаясь на главную страницу. Соответственно, самые главные наши предложения мы выносим на главные, которые мы хотим показать. Вот сейчас актуальна очень икра. То есть лично меня очень многие спамят, друзья, ВКонтакте и Фейсбуке, и просто на телефон, что купи икру. Мы видим здесь то, что мы рекомендуем. Видим новинки. Новинки. Не перезагружаются, потому что их было много. Но обратите внимание, что при этом сама страничка у меня не перезагружалась. Вот это одна из особенностей нашего интернет-магазина, что он построен на технологии AJAX целиком. То есть не требуется перезагрузка страницы при догрузке каких-то элементов каталога, еще чего-то. А это важно, потому что покупатель у нас сейчас привередливый, и вы могли видеть сами по себе, что если сайт грузится долго, то хочется с него уйти. Ну, также выбор покупателя. Меньше товаров, соответственно, быстрее загрузилось. Ну и различные новости. Так, слева у меня есть такая сплашка, да, колесико. Это различные цветовые схемы. Практически все готовые решения, они идут с несколькими цветовыми схемами. Я, для примера, сейчас сменю на такой цвет. Фиолетовый, наверное, вайолет. Но никто не мешает вам доработать цветовую схему, изменить дизайн. Теперь стало таким. При этом, если у вас есть с собой смартфоны, планшеты, вы можете вот прямо сейчас зайти по этому адресу online.romza.ru и посмотреть, как выглядит магазин на мобильных устройствах. Не секрет, что сейчас больше половины всего трафика создают мобильные устройства, в том числе люди покупают с мобильных устройств различных планшетов. Поэтому очень важно, чтобы магазин был адаптивный. Например, вот сейчас мы видим, как выглядит магазин на каком-нибудь смартфоне узком. То есть я просто жал страничку. Соответственно, примерно вот так он выглядит на смартфоне. Ну и, соответственно, на компьютере. Все это происходит динамически, вам об этом не нужно думать. Так, я вам рассказал про техническую часть и главную страницу. То есть это композит. Кстати, магазин у нас еще композитный. Это технология NetBeaters, которая ускоряет прогрузку элементов. Адаптивный и с современным дизайном. Вот этот дизайн, он называется Flat Design. Сейчас очень популярен. Давайте перейдем в какой-нибудь из разделов каталога, да, и посмотрим, собственно,
как выглядят у нас товары. Положим. Мясо и птица. Также мы видим фильтр. То есть некие наши подразделы. Охлажденная птица, мясо, полуфабрикаты, рыба. Видим розничную цену. И непосредственно товары. Здесь посмотрим, что у нас также остается корзина постоянно на экране. При наведении на любой товар есть возможность как его сравнить, положить в корзину, так и добавить в избранное. Почему это важно, добавление в избранное? Потому что постоянные покупатели, у них все равно уже сформируются какие-то вкусы, и они потом просто в личном кабинете будут заказывать те товары, которые им нравятся, да, скажем, потом какие-то добавлять. Сокращаем время покупателя на то, чтобы совершить покупку. То есть упрощаем ему выбор. Соответственно, мы можем все это сортировать по цене, названию, популярности. Вот, например, по названию. Давайте. Опа, загрузилась страничка. И можем выбирать вид отображения. Возможно, кто-то из вас будет работать в том числе с оптовыми компаниями. Точнее, торговать оптом. Предположим, вот ставим вид таблиц. Так? Вот в таком виде очень удобно оптовику заказывать товары, потому что он просто выбирает количество, да, вложит в корзину и делает заказ. Такая возможность есть на редакции 1xBitrixBusiness, которая содержит несколько типов цен. Там у вас покупатель может авторизоваться под собой как оптовик, и вы будете показывать ему одни цены. Если он авторизуется как розничный покупатель, ему показываются другие цены. На редакции «Малый бизнес» у вас будет один тип цены, но там тоже можно немножко схитрить, там за счет скидок можно тоже организовать примерно такую работу, но будет не совсем удобно. Кстати, если обратили внимание, да, скажем, смотрите, одна из особенностей, да, собственно, продаж продуктов питания – это весовые товары. И непосредственно икру форели, то есть у меня можно набирать в дробных значениях. Этот функционал мы реализовали у себя. Так, покажу вам другие виды. Соответственно, для предыдущего покупателя мы можем показывать с большим описанием. Да, тут все тут то же самое. Ну и стандартный вид, да, это плиткой, да, удобный для просмотра, красивый. Здесь обращу ваше внимание на непосредственно фильтр. В фильтре вы сейчас видите только производители и розничную цену. Но никто вам не мешает, и вы можете это сделать как угодно вам, то есть добавить какую-то свою характеристику. Да, скажем, предположим, фильтр по калорийности для тех людей, которые следят за своим весом, для девушек, озабоченных своим весом. И также как розничная цена, он будет здесь работать. Кстати, вот я меняю фильтр, можете обратить, ну, по сравнению, например, с стандартным магазином на Битрикс, который показывал Никита. Мне не надо ничего жать, чтобы он сработал, он автоматически перезагружает каталог товара. И, предположим, сейчас выберу какой-нибудь городской супермаркет товары. Ну, соответственно, вот осталось только филе грудки индейки. Так. Рассказал вам про фильтры и про то, что вы можете добавить свои какие-то категории, характеристики. Для этого не нужно программирование, нужна только настройка, которой можно заниматься уже после приобретения решения на базе Bittrex. Теперь давайте заглянем в корзину. Непосредственно в нашу корзину. Так, я наберу побольше заказов. Кстати, филе грудки добавлю себе в избранное. А, я уже не авторизован. Как же так? Авторизуемся. Собственно, авторизоваться можно как через социальные сети. Да? То есть у меня тут есть уже автозаполнение. Я сейчас авторизуюсь как администратор, чтобы показать немножко еще административную часть вам. Так, администратор Ткачев. Икра. Колбаски. Куплю пару котлет. Это у нас улетает в корзину. Заглядываем в корзину. Оформить заказ. Есть у нас здесь котлеты. А есть у нас еще отложенные товары. То есть товары можно откладывать и потом добавлять в заказ.
Точно так же добавляю заказу. У меня есть готовый заказ. Могу сделать скидку какую-то себе через купон. Оформляю заказ. На кого мы оформляем заказ? Информация покупателей, служба доставки. Ну, понятно, что для торговли продуктов питания, скорее всего, это будет своя служба доставки. Может быть, в крупном городе это можно вынести на аутсорс. Но здесь не получится выносить на аутсорс так же, как с другими нишами, потому что все-таки продукты питания – это такие деликатные товары, да, за которыми надо следить. По платежной системе, то есть я сейчас оплачу с внутреннего счета, то есть сам завел. Для вас это одна, еще одна маркетинговая возможность. Можно приобрести редакцию 1С Bittrex Business, да, скажем, а там есть различные маркетинговые программы, возможность накопления баллов вашими покупателями и оплаты с внутреннего счета. То есть таким образом можно работать с ними. Товары в заказе, дополнительная характеристика, например, привести на Каратанова 8. Домофон не работает. Звоните. Нажимаем кнопку «Оформить заказ». Ну, соответственно, у меня заказ оформлен. Давайте зайдем в наш персональный раздел, посмотрим, что же видит наш постоянный пользователь, постоянный покупатель. Есть все заказы. Да, то есть можно просмотреть заказ, историю заказов. Есть настройки рассылки, да, это про то, что я вам говорил, что нужно будет работать с клиентской базой, с покупателями, делать какие-то рассылки. И есть как стандартный модуль рассылки, который можно использовать в 1С Bittrex, также можно использовать сторонние сервисы, которые интегрируются с 1С Bittrex, например, Unisender, MailChimp, и по ним отслеживать, например, вы сделали какую-то рассылку, да, кто из покупателей открыл ваше письмо, кто перешел по ссылкам. И потом уже даже для тех, кто приходил по ссылкам, может оператор позвонить, да, и спросить, ну, вот, вы интересовались, хотел бы уточнить, а нашли, что нужно или нет. То есть таким образом еще раз поспособствовать, посодействовать оформлению заказа. Кстати, про подписку. Сейчас зайду на главную страницу. Покажу вам еще один элемент. Мы считаем это важным, работу с клиентской базой, с подписками, и поэтому вынесли на главную страничку возможность подписаться на рассылку. Собственно, про то, что говорил Никита еще, что очень важен поиск, да, то есть есть у нас окно поиска, то есть точно так же можем найти. Так, возвращаюсь. Так, вот заказ. Содержимое заказа. Назад. Так. И можно посмотреть избранное. Вот избранные товары, которые можно добавить какой-то конкретный свой заказ. Итак, собственно, про основной функционал я рассказал, но сейчас я вам еще расскажу про дополнительные особенности, да, фишки, да, что есть. Так, вы могли обратить внимание, смотрите, зайдем на какой-нибудь товар, положим на колбаски американские. Непосредственно в демке, то есть у нас уже сразу видно, что заполнены все характеристики. То есть это белки, вес, жиры, производители. То, что чаще всего спрашивают именно в продуктах питания, на что смотрят пользователи, потребители. И покупая решение, то есть вы эти характеристики сразу получаете. То есть их не надо ручками добавлять в админки. Да? То есть мы таким образом сокращаем время на то, чтобы ввести магазин в работу. Они уже сразу будут у вас. То есть мы специально посидели, посмотрели, что чаще всего... Ну, пишется у онлайн-продуктов питания, магазинов, да, скажем, то есть в товарах, в карточках, и завели эти характеристики по умолчанию. Если нужно, вы их можете удалить. Соответственно, то есть есть у нас тут картинки, то есть описание есть наличие или нет. То есть можно посмотреть комментарий. И есть здесь у нас единица измерения. То есть, например, то есть здесь единица измерения штуки, да, то есть мы видим, положить в корзину. А если мы возьмем ту же икру, то есть, предположим, икра,
икра, она у нас уже в килограммах. А возьмем, например, пельмени. Вот, пельмени «Сибирское здоровье». Дорогие, кстати, пельмени. Премиум. 498 рублей за килограмм. Они идут в штуках. И я вам рассказывал про продуктовые наборы. Про то, что вы можете продавать товары, ну, неким набором. Как раз это. Пример с новогодней там с ленточкой, с шашамбатским, мандаринами и шоколадкой. А вот здесь есть у нас и резон функционал наборов. Купить набор. Сложен, то есть покупатель хочет купить ну, сразу все. Такие наборы могут быть, и вы видели, например, на майские праздники к шашлыкам. Да, скажем, и летом там, какие-то наборы к шашлыкам. Может быть набор пикник у моря. То есть, может быть набор к новогоднему столу. Или набор там салат оливье, да, то есть вот, самое популярное, то есть то, что сейчас есть. Нажимаем кнопку «Купить». Так, «Купить». И у нас все товары, наборы. Так, немножко не туда заглянул. Все товары, наборы, они добавляются в корзину. Но при этом никто не мешает нам составить свой набор и какие-то товары добавить, какие-то удалить. Например, я могу горчицу удалить из набора там, и вешенки удалить. Да, добавить батончик нац и масло сливочное. Какие товары человек может добавить в набор, какие удалить, определяется вами настройками. То есть вы сами заранее задаете наборы и варианты возможных товаров, которые можно добавить в набор. Таким образом, можно продавать какой-то неликвид, в том числе, да, какие-то вот именно товары определенной категории. Так и просто составлять наборы, ну, какой-то конкретной ситуации я уже описывал. Тоже нажимаю кнопочку «Купить», все, улетает в корзину. Естественно, нужно работать с ценами, работать со скидками. Для примера того, как у нас реализовано отображение скидок. Здесь у нас группа «Овощи». Кстати, обратили внимание, что не обязательно искать конкретный товар. То есть можно искать в том числе по названию каталога, подраздела. Вот здесь мы видим наши овощи. Да, скажем, вот как капуста белокочанная, да, скидка, ну, 2,5 рубля. Там лук репчатый. Ну, тут уже посерьезнее, да, то есть больше 10 рублей скидка. И видим плашки со скидкой. На главной странице вы еще видели у нас различные плашки, типа хиты, еще что-то. То есть все, что позволяет выделить товар. Вы можете сами определять свою стратегию, да, какие товары выделять, какие не выделять, так, чтобы покупатели, ну, собственно, какую-то группу больше брали, какую-то группу более рентабельную, или, например, скоропортящиеся товары, да, скажем так. Позже можно всю молочку, все овощи, там, например, вынести сюда, да, чтобы они сразу брали. Вот. И есть здесь плашка такая новинки, да, это для тех покупателей, которые, ну, хотят пробовать что-то новое. Есть хиты, есть проценты, что скидкой, ну, есть какие-то просто акции, да, скажем так. Мы можем также их добавлять. Так, скидки я вам рассказал, про наборы вам рассказал, про единицы изменения рассказал. Давайте заглянем еще в панель администратора. Посмотрим уже немножко внутрянку. Основную внутрянку рассказал вам. Кто нажал? Основную техническую часть уже рассказал Никита, да, и показал, что вы можете делать. Я вам хочу показать тот вопрос, с которым мы чаще всего сталкиваемся, когда общаемся с покупателями. Многие думают, что вот если у нас так заведено, то по-другому просто быть и не может. То есть нельзя добавлять какие-то свои характеристики, нельзя добавлять ну, какие-то свойства товаров и делать по-другому. Сейчас не могу найти. Толки. Угу. Ну, никто не мешает нам. Вот, предположим, на каталогах верхнего уровня мы можем поставить какие-то свойства папки.
да, и добавить какие-то разделы, какие-то свойства. Сейчас найду. Кстати, вот вы видели, у нас тут онлайн-сторик, про который я вам рассказываю, а здесь же настольные будильники, настенные интерьерные. У нас на этом решении сделано несколько, ну, тематичных магазинов, да, в том числе магазин спортивных товаров, можете отдельно это посмотреть на главной странице demonlinestore.romza, и магазин часов уже реализован. В том числе просто по контенту, чтобы люди понимали, что можно другое использовать. Захожу еще раз в каталог. Анастория. Вот овощи и грибы. Изменить. Так, верхний уровень. Иконка изображения. До поля. То есть можем что-то добавить. Свой элемент. Так. И теперь, собственно, подводя итоги, давайте вернемся к тому, про что я говорил, к моей презентации. Прежде чем вернемся к ней, то есть еще раз пробежимся по главной страничке. И вот я вам хочу показать, справа плашка такая, можете переключиться, там, например, товары для спорта и питания, тоже отдельно у себя посмотреть. И посмотреть, как меняется магазин. Это еще одна особенность попалец, с которой мы сталкиваемся, да, что если магазин заполнен определенным контентом, люди считают, что ну все, магазин только это и может делать. Нет, магазин достаточно универсальный. Ну, вот, например, спортивные товары, точно так же. Так, подытожим. Так, по функциям, по технической части, да, скажем, что наш магазин Online Store, он прежде всего он аяксовый, да, скажем, с современным веб-дизайном, поддержка композита и адаптивный, то есть отображается на всех устройствах. Из особенностей ниши продуктов питания, что мы реализовали в этом магазине, это единицы измерения, возможность наборов, возможность избранного повторного заказа, там, ну, вот всплывающее окошко, которое было вот удобно заказывать товары быстро. И после того, как я вам это все рассказал, ну, в голове возникает вопрос, ну, сколько это стоит? Давайте для сравнения. Вот разработка на заказ – это вот те специалисты, про которых я говорил, там дизайнер, верстальщик, программист, менеджер проекта. Ну, вот, сумма получается достаточно большая, 255 тысяч рублей. То есть в зависимости от региона, там, Москвы, либо там, какого-то регионального города, она движется в меньшую или в большую сторону. Нужно понимать, если проект на заказ стоит мало, ну, или приемлемые деньги, там, 30-50 тысяч, значит, это какой-то человек, который совмещает в себе эти роли, все, да, на груди много-много, он его делает. Ну, чаще всего в таком случае вы получаете результат гораздо ниже. А наше же решение, оно стоит 10,5 тысяч рублей сейчас конкретно, вообще это перед Новым годом, а в целом оно стоит 17 тысяч рублей. И у нас над ним работало 5 человек, то есть два дизайнера, верстальщик, программист, выпускающий решение, продукт-менеджер. Конечно, при таком разделении готовое решение, оно получается качественнее, чем брать что-то на заказ. И потом его можно дорабатывать. И сейчас я буду отвечать вам на вопросы. Для тех, кто дослушал нас до конца, собственно, у нас есть небольшой новогодний подарок. Если вы, собственно, после вебинара нашего текущего купите в течение месяца наше решение онлайн-сторы, да, и напишите нам на почту вот это кодовое слово, мы вам подарим дополнительные модули из Marketplace, да, маркетинговые различные модули, то есть чтобы вам работалось лучше. Как нас вообще найти на Marketplace? Собственно, студия Ромза, решение у нас онлайн-сторы, вот интернет-магазин продуктов питания. Добавляем свою редакцию, малый бизнес или бизнес. Соответственно, также можем перейти на демку. Нажимаем кнопочку «Купить». Ну и, соответственно, оформляем заказ. Ну, у меня тут есть еще другое наше решение, потому что я его уже заказывал. Надо его убрать. Уберу. Угу. Вот у нас получилась итоговая цена. Вообще, остальные наши решения можно посмотреть, да, непосредственно на страничке. То есть можно и здесь внизу посмотреть другие решения товара разработчика. Можно посмотреть на страничке.
сейчас буду отвечать на ваши вопросы, соответственно, вместе с Денисом, скорее всего. То есть тут оставляю страничку, чтобы вам было видно, да, скажем, записать этот код. Вопросы. Какие есть у нас вопросы? Итак, Валерий пишет, что по нашему решению Bitronic, что там есть определенные ошибки, которые приходится выгребать. Вот я цитирую, без возможности запустить магазин. Валерий, мне неизвестно об этой ситуации, то есть, поэтому напишите на почту нам, то есть, соответственно, будем принимать решение, то есть помогать. Как раз про ошибки и про, скажем, преемственность, поддержку решений. Нужно понимать, что как у нас выходит новый продукт, да, он постоянно обновляется, так и у Bittrex обновляется платформа. И никогда нельзя делать что-то новое без какого-то количества ошибок. Мы такие ошибки выявляем как у Bittrex, так и у себя, и потом их, соответственно, чистим. Но примеры наши показывают внутреннее тестирование, и, собственно, наша страничка, покажу Ром за проект, как раз на базе нашего решения Bittronic, да, что магазины запускаются, и мы сами проверяем, что нет таких критичных ошибок, которые влияют на функционал. Сейчас покажу. Проекты, да. Вот, я лично знаю, да, что на Bittronic у нас более 100 проектов, как нами, так и партнерами 1С Bittrex запущены и успешно работают. То есть можете посмотреть, позвонить без вопросов. И хотел бы вам сказать, что еще. Соответственно, почему мы пишем на базе 1С Bittrex, да, работаем на базе 1С Bittrex, выбрали качество своего партнера. Дело в том, что когда вы делаете какое-то самописное решение, да, или там у индивидуального разработчика покупаете, разрабатываете, то чаще всего зависимость идет только от одного разработчика. В случае 1С Bittrex вы всегда можете обратиться как в студию 1С Bittrex, так и в студии в вашем городе. Обычно в каждом городе есть не меньше 5-10 студий Bittrex, с которыми можно работать. У вас есть выбор. А на крайний случай можно написать непосредственно 1С Bittrex и подать заявку на их сайте, да, и провести тендер вообще среди всех партнеров 1С Bittrex, то есть заявку на некую разработку либо на поддержку. Поэтому, Валерий, напишите нам, если что. Так, смотрю еще вопросы. Так, Илья Табаков спрашивает, правильно я понимаю, что за вашим модулем оплата производится единовременно или существует абонентская плата за обновление? Здесь такая же ситуация, как и у 1С Bittrex. То есть за модуль вы платите единовременно, вместе с модулем идет техническая поддержка в течение года. Вы можете обращаться к нам в техническую поддержку, мы выпускаем обновления, вы можете их получить. По истечении этого года, то есть вы можете ли продлить техническую поддержку, она обычно стоит там 50% от стоимости магазина, либо не продлять, магазин также работает. Дальше. Микрон спрашивает, можно ли будет изменять дизайн вашего готового решения? Если да, то кто этим будет заниматься? Михрон, нужно понимать объем изменений дизайна. Если, например, вставить какие-то иконки, логотипы, да, скажем, немножко поменять, то сейчас можем мы какие-то там иконки поменять для вас лично. В целом, обычно меняют дизайн студии партнеры 1С Bittrex. Можно их посмотреть их на сайте 1С Bittrex в вашем городе. Кстати, для примера, давайте зайду. Вот, то есть, партнеры, да. Список партнеров. Найдите разработчика рядом с вами. Ну, у меня показался Красноярск. Можно выбрать другой город. То есть, кстати, по Красноярску мы на втором месте. Можно выбрать Беларусь, то есть Украину, Казахстан, это как раз СНГ. Можно выбрать какой-то другой город, типа Калининграда или вот вашего города Михан. Так, смотрим дальше. Роман Бородий спрашивает, тут тоже, то есть, по купленному нашему решению тоже, то есть, Роман, отвечу сегодня, вам вечером.
Итак, есть ли возможность предлагать покупателю какие-то сопутствующие товары? Тот, кто купил икру, обычно покупает водку, например. Андрей, да, у нас такой функционал реализован на базе решения Bitronic. По решению онлайн-торы, я думаю, да, можно интегрировать им. Возможно, он уже есть из коробки, просто нужно уточнить у специалиста. Напишите, пожалуйста, на почту, собственно, мою, shufer.m@romza.ru, и я вам отвечу. Так. Илья Табаков спрашивает. Михаил, я правильно понимаю, что ваш магазин – это надстройка над BitX? Наш магазин – это отдельный модуль, да, который приобретается на Marketplace, и, по сути, платформа 1С BitX выступает фундаментом, да, то есть для тех возможностей, которые мы используем и что реализуем. А мы – это уже дом, где-то мы добавляем свой функционал, где-то пользуемся функционалом 1С BitX. Фундаментом остается, конечно, платформа 1С BitX. Так, просит нас сделать рассылку видеозаписи вебинара. То есть, ну, с Никитой поговорим, без вопроса сделаем. Так, вижу вопросы по нашим другим продуктам. Как бы тут надо писать и звонить в том числе. Есть телефон у нас на сайте, да, вот он. Два телефона, в том числе бесплатные, позвоните, спросите, поговорим. То есть мы работаем по Красноярску, это время плюс 4 часа к Москве, соответственно, в рабочее время с 9 до 18. Так, пока я вопросов коллеги не вижу, вижу еще. Есть ли возможность составлять списки шаблонов покупок, чтобы одним кликом сразу весь заказ в корзину добавить? Да, я показывал функционал наборов, то есть можно его использовать, можно делать, скажем, через повторные заказы, то есть покупатель может в своем кабинете посмотреть и там сделать заказ повторно, то есть и какие-то товары удалить, какие-то добавить. Так, пока вопросов не вижу, передаю тогда слово Никите. Спасибо, коллеги, что прослушали меня, то есть буду рад ответить на ваши вопросы. Собственно, уже по переписке, да, есть мой сотовый номер, тоже тут доступен. Угу. Никита? Да, Михаил, спасибо. Друзья, кому не успел ответить во время вебинара, я все вопросы сохранил, и сегодня у нас что, четверг, да, по-моему? Да, четверг, значит, сегодня или завтра я в письма, ну, e-mail у нас сохранились все, по почте отвечу, скину ссылочки, где что можно посмотреть, и пообщаемся, в общем, с вами. Спасибо большое за то, что участвовали в этом вебинаре. Ну, поздравляю с наступающим Новым годом. Всего хорошего, до свидания. До свидания, коллеги.